В Нижнем Тагиле президент провел заседание Госсовета. Участие в нем принял и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Главной темой совещания стала реализация программы импортозамещения. Глава государства заявил, что нужно наращивать экспортный потенциал российской промышленности. Для этого руководители регионов Путин призвал пользоваться специальным инвестиционным контрактом. Элементом импортозамещения должен стать механизм специального инвестиционного контракта, который предусматривает целый набор льгот и стимулов для модернизации или создания новых промышленных производств на срок до 10 лет. Правила заключения утверждены соответствующим правительством Российской Федерации. Такие соглашения регионы и муниципалитеты при участии федеральных властей смогут подписывать с инвесторами, начиная с 2016 года. Я призываю регионы активно пользоваться этим инструментом, плотно работать с предполагаемыми возможными инвесторами. По итогам совещания Вениамин Кондратьев прокомментировал, что на Кубани ведут активную политику импортозамещения в сфере сельского хозяйства, строительства и обрабатывающей промышленности. По словам губернатора, в течение нескольких лет в регионе планируют создать 8 индустриальных парков. Первые два появятся в Краснодаре и Усть-Лабинске. Уже подписаны соглашения об их строительстве. Кроме того, за последние несколько месяцев руководство края провело ряд встреч с иностранными инвесторами по созданию на Кубани производственных мощностей.